Значит, сейчас англиф и охламончик ловят по две кошки, ставят их внизу. Все остальные, ну, дают им на агрить где-то 5 секунд времени. Потом играют по этим кошкам, сливают их, потом играют по боссу. Всегда стойте в звездочке. Делился... Он будет кричать, чтобы урон от крика делился по всему рингу. Все велики стоят там перед мордой босса. И не за спиной, а спереди. Танки. Дети грить. Грить канал. Англиф и охламончик разведите. Разведите их. По две штуки каждый возьмите. Поиграйте по маленьким. Канал, поверни ее на рейд. Все сыграли по маленьким. Отлично, теперь встали в звездочку. Команды, поставьте тотем трепета. Призе надо будет прожать антифер. Пить каст. Ой, отлично. Все встали в звездочку, когда кончится фер. Когда она начнет кастовать луч, побежим влево. Вот сейчас после этого бежали влево, все влево. Ловите танки защитника, сыграйте по нему все. По кружочку. Не, поверни на фурик. Запить каст надо фурики. Отлично. Поверни на рейк, но. Да фурнуло. А, сейчас. Нормально. Все встаньте в звезду. Пойдите по боссу. Танки, готовьтесь ловить защитника, он скоро уже встанет. Все, играйте по защитнику. По защитнику. Надо будет сбить каст. А нет, не было каста. Умирает команда. Выйдите из лужи. Выйдите из лужи и встаньте в звезду. Добивайте босса. Наверное, надо будет каст сбить. Готовьтесь ловить защитника, сейчас сбивайте каст. Вышел защитник. Помогли. Почти бессмертный. Что еще? О, дай пальчик. Спасибо. Мне пора идти. Ты не левай из рейда, просто офлайн. Пролейте свой дом. Слышишь, Кирилл? Я привяжу за кем-то этот самый потанчик и трэш без меня сейчас подойду. Напиши в войду, рольнете с ним там. Я кидаю просто так, потому что это никому не надо.
не наступайте на эти сугробы. Пойдите с сугроба только. Здесь будет справа сугроб. Внимательно смотрите. Звоните к боссу, пожалуйста. Третий шкаф. Противение. Люцифер. Третий шкаф. На повороте подтвердил, не знаю, что. Я уже подбежал, короче, пока не раздупляться. Давайте, Ахламончик, в хиле. Ну да, можешь в танке быть, если что, подстрахуешь. Можешь в коте побить. Сделаем. Мы каждый раз пытаемся его сделать. Сейчас попробуем. Это будет плохо. Значит, в чем тут суть? У вас здесь вешается дебаф, он под картой показан, он стакается, пока вы стоите на месте. Вот ваша задача не набрать больше двух стаков. Если у вас один появился, вы сразу должны пробежать. Тогда он с вас... Это вся ваша задача. Присты там, давайте Mass Dispel, друиды, вы можете менять форму. У вас тут еще просто заморозка есть, вас к месту примораживает. Она диспелится паладинами, пристами. А друиды меняют форму. Что еще можно сделать? Фридомы какие-нибудь покидайте. Прыгать тоже можно. Нет, прыжки не избивают этот дебаф. Надо пробежать в сторону. Можете попробовать попрыгать сейчас. С бафом, увидите, он не слетает. Сейчас Войт добежит. Он с
смысле, прыжок в сторону, правильно? Не будешь ты прыгать, не будешь, и главное прыжать в сторону, тогда тебе бабка пойдет. Так, все, все готовы, пойдемте. Сначала играем по меткам. Да, здесь еще будут сверху падать сосульки, но я буду говорить. Надо будет встать на край. Сначала по меткам сыграйте. Еще хант на пулевый по КД на канобу. Тут очень легко сорвать меликом. Сейчас будут большие лужи такие на земле, надо будет встать рядом с ними, но в них не заходить. Готовьтесь. Появится. Вот появились большие лужи, встаньте рядом с ними. Все, теперь заходим на них. Все, проходите. Я завис, меня надо. Отдайте вас диспел под босса. Вас диспел под босса. Быстрее, присты. Так, каноп упал, охламончик, прыгай в мишку, лови. Лови быстрее. Кильте охламончика, хорошо. Огов, подними каноба. Так, выбежали на край вот этих больших меток и ждем. Все, забежали внутрь. Поднял в лужу, блядь. Кисти охламончика хорошо, пускай вот этот затанчик, но надо уже поднимать только. Сколько там осталось? Чуть-чуть. Бля, если меня выкинуло, сука. Снимайте людей. Тут сильно пробивает танк, не надо хилить хорошо. Пройдите на ФБ эту пушку. Видишь, 99. Что там, хоть одна ачивка сделалась? Ни одной, наверное. Ну, это легкой. Написал. Туда, кожаный. Горитель. Ох, Пати просит по моему льду. Завоеватели. Ох, Пати по льду просит. Да, я вижу. Надо кому завоеватель? Защитника нет. Так, что там? Ой. Дайте ему контроль, проверяйте стан ретрики. Танком что-то нашёл. Давайте попробуем сделать ачиву не стой под молнией. Для этого весь рейд должен передвигаться за звездочкой.
найти хорошо канал. Да, как могу. Сука. Контроли покидайте эти магоны. А на все. Можно? Огрейте трэш, сейчас убьем его. На звездочку никто не бьет. Запихнем трэш против, ну или Люцифер, дайте шкаф какой-нибудь. Дайте шкаф, на нем рогу. Рога тут. РК. Лололой. Дайте шкаф. Короче, поставь шкаф. Бля, вот он взял, развернулся и побежал к вам, ставить шкаф, блядь. На этого идти. Прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Не достаю слишком далеко. Пробуй зайдет. Ты уже сказал, кто идет? Давай в комнату пойдет. Лучше здесь. Давай Каноп пойдет в комнату. Из хилов. Знаю кто. Кто там не затопит из хилов? Никто. Давай, Гейзенберг, пойдешь. О, Лин пришел, отлично. Ух, нифига ты кого убирал. Вуди. Да. Где Эйка? Я прослушался. Ты пойдешь в комнату, повороте пускай идет Каноп. Хилов. Давай я спекнусь. Блин. У нас. Давай Хламончик пойдет. Хилить. Потому что у нас Белин теперь танк. Че, я в комнату иду, нет? Блин, давай в танка. Че, может, давай я в комнату пойду? Давай, ты иди, а Хламончик пускай тоже идет. Там не особо танка надо хилить, там надо хилить тех, кто срывается. Я не иду в комнату. Кто ты? Да. Шаман. А, да-да-да, оставайся здесь. Пришествие и Гейзенберг, оставайтесь. Нет.
Делай не стой под молнией. Блять, у меня, короче, хуйня с инетом меня убивает, нахуй. Хорошо, тогда пойдет вместо тебя Гейзенберг. Вон он, фулл, оставайся здесь. Значит, вот видите, в этой комнате, в которой мы стоим, что? Видите, здесь по краям такие шары. Обратите внимание, вот из этих шаров будет появляться молния. Тем надо будет отбежать на противоположную сторону. За меткой. Чтобы вам было проще, вот метка на мне, я буду всегда отбегать. Если вы будете отбегать всей толпой, то мы сделаем ачиву. Так, Белин. Белин, ты зашел в игру? Да, все, вижу. Да, да. Белин здесь. А в комнату из ДД идет Поворотти, Фокус Хира и Джест пускай идет. Мне два скина. На каски бафать или что бафать? Да, бафать каски. Ну там бой бафает их. Если на ком-то нету, то бафы. Ну давай я тогда кулаки дам. Кулаки. Все, все готовы. Пойдемте пить моба. Че у вас там так много в комнату идет? Ну, все туда побежали. Туда идет Канов, Гейзенберг, Поворотти, Джест и Фокус Юхира. Все. Ну, охламончик еще можешь там помочь. Кель. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Как-то нажмите слева. Не готово. Я помню вас. Это было в... Но вы... Что это? Где... Белин знает, что тут делает. Белин тачит. У вас там само. Не врывайтесь там в комнате. Мобы они дают стан танку. Поднимай повороте. Джест. Играйте все по очень пиону. Сейчас поставлю кружок. Или как он там, защитник? Защитник. Кого всех зависло? Еще один. А вот все. Че там такое у вас комнате? Чего второй человек падает? Врываются, пацаны. Не врываются, потому что раньше оно быстро фол дают. Зачем там вообще давать старфол? Чё за дичь? Ты вон на сусника спроси. Ну а хламончик это же хил. Он суслик старфол давал. Им две мобы не достанули, блядь, они их долбили, блядь, вроде подохли, что я сделал. О, смотри, это Джерион пишет. Я вижу. Вышел защитник, дай ему стан. Звездочка. Тебя по звездочке собирайте. А второго контрольца завоевать. Да не надо контроль. Бля, я вылетел.
рано. Да босса спустим, сейчас они там убьют. Вышел защитник, скажи по защитнику, дай ему станк. Сканоп спрыгнет. Сейчас подождите, не запускайте. Защитника сыграли. Когда бьем трэш, запустите такой сканоп, чтобы был здесь. Все отлично. Он такой поворот остался. Да? Пускай. Поворот, спускай, босс. Они так долго шли, что... Меняйтесь танки по меткам. Это рост. Тоже рост там. Смотрите внимательно, сейчас будут молнии идти из... Вы лучше под боссов состанете. Сняйте под босса, вот видите откуда молнии? Все на другую сторону перебежали. Звездочку все встаньте. Отлично, никто пока не запорол. Идут, видите откуда перебежали, фокус бегай. 5 звездочку. Отлично. Смотрите, молнии, он идут, 5 звездочку. Перебегается. Не лайри. Я взял звездочку. Все. Повалило. Ну давай. Они наверху стоят, может, засчитают. Пафороки тоже красавчик, да, получается? Я же говорил вам, что я могу нахуй поспорить, да. Полетели покорители. Давай. Сейчас бьем сначала деревья, нафиг надо пайпаться. Сейчас на гир режиме. Убейте пока трэш без меня, я сейчас подойду. Да, я один лагаю, как сука. Нет. Наверное.
просто выкидывает постоянно, меня заебало. Вот эта вот точка, это не друид и кастует, а мобы. Она вдруг ходит. Канал по ФК, поэтому будьте внимательны, один танк танчит. Я уже тут. Пошли деревья бить. Значит, направо. Это место станет вашей могилой. Только. Ой, ой. Только. Oh!
покажу. Последнего не пойдем? Пойдем. Не будем убивать? Да сука, не будет. Деревня. Дайте шкафу. А он на ульте. Человек делал ачивку уничтожить кушу. Он пытался сделать и умер. Тем более. Дети внимательно за прошит кастует. Убить сядь еще. Мы просто делаем герой режим. Почему? Может это не очень рейд. Но мы будем вайпаться на гер режиме очень долго. Они блядь. Ходить не будет, чтобы убить манекену, это как-то не прикольно на карас. Ну тут много людей, которые первый раз. Они опять посмотрят тактику там в следующий раз. У кого-то нет. Пускай я тут там не смогу так, как на ютубе, бля, я сюда приходит и убиваю. О, века, а что тут сложно? Сколько надо стоить? У меня есть статы спали, а ты 4 волны прекрасно максимум. Тут очень слабый ДПС рейдинг. Блин, на 3-0 он будет сейчас слабее, чем. Да? Хочешь, можешь переродить, если ты готов. Я это себе. Финишем. На 3-1-3. На 3-1-3. Фиксили на фрейме, но вот так вот иначе, дайте кулак, как это. Ты когда здесь был последний раз? Спрашиваю типа, и что у нее, она отхиливается сильно, и если это не перетали? Да, и сильно очень взрываются мобы эти, когда много их вызывает. Ты сейчас просто так не дерганешь, там надо, ну, при нашем рейде 4 или 5 волн ждать. Ой, давай ты кулаки разбудь середине. Краски, пришествия, крестьян, гайда. Вот у нас АПК. Пришествие, дай кулак по ДК. Писал? Я не писал. А у нас еще по КД Рошан вылетает. Да-да, бля. Ну чё, давай канал, начинай. Я так заебался тут манекена вот это бить, блядь. Да.
Блядь, а че вы ту запороли, блядь? Играйте по дереву. Под грибы заводи его. Все встаньте под грибы. Привалить грибы на пол. Джест умер. Появился дар. Стали под дару. Или дерево. Ломончик поднимает жест. Давай, пожалуйста, звездопад сразу. Подожди, пока танк наберет агро. Сейчас она прям заметно меньше хилится, когда мы были греве. Эти бафы под жест. Ждем еще одну волну, потом будем убивать. Так, осторожно играйте точечно по звездочке, без массы. Да. Найдите звездочку и сыграйте по ней точечно, захиливайте мощно. Сейчас еще одну звездочку мы поставим. 25% у босса. Следующая звездочка. Захиливайте сейчас. Все нормально. Они не сильно бьют, кстати. Не в керри. Забиваем. Да, появился где-то. Тут алхимики. О, защитник, пацаны. Вы чё, все деревья перебили? Да. Лисенье. Бивали фраи вообще? С тремя деревьями или нет? Король защитник. Чё, вы не убивали Фрейю, да? Еще. В смысле, не убивали его? Не понял. Убивали уже в гер-режиме, типа, с тремя древними? А, да, убивали. Я говорю, мы тогда вайпались очень долго. Ну, там, не помню сколько, ну, час где-то вайпались. Пока там... Я не поняли, что делать, и хилов нормально не взял. Стойтесь в искру воображения. Да, эти сранитовы сделали пушки. Мы ничего еще не сделали. И пожарного тоже не сделали. Нет, пожарного не сделали. Но это не таким рейдом делается. Ну, хоть плюс ладно, будем делать. Да. Смотрите трек, который возле кнопки. Он более вешает. Мысли не согрейте, пожалуйста. Какие вы последние видели? Блин.
у нас чуть-чуть плюс есть. Повороте, артиллерия. Да. Первый раз надо будет сейчас на первой фазе отбежать от босса, когда он начнет кастовать свою фигню. Еще нажмите все Ctrl-V, чтобы видеть хп мин. На земле будут вокруг босса лежать мины. Вам надо выбежать так, чтобы не наступить на мину и отбежать от босса подальше. Вороти, беги быстрее сюда. Чего падают осколки тут? Мини падают опять. Нормально падают. Ну, сколько? Три упало. Три зарит. Ну, три мало. Просто раз пять упало. Когда палом ходил, падало по 6, по 7. Ну, да, да, это и три себе тогда собрал. Я из гильдии не собирал, я с кубами собирал, я был в очереди внизу очень сильно. Да, давайте. Слушайте внимательно, внимательно, что я говорю, там те, кто в первый раз тоже, там на второй фазе надо будет отбежать в звездочку. Я скажу, когда. Иначе вас убьет. Брилляция. Все, все готовы, а, подожди, пошли трэш убивать, трэш сначала. После не согрейте пока. Без звездопада. А что, по заодному делаем? Нет. Да, в игре канал. Появились мины. Блин, там слабо он похлопал. Можете отбегать в сторону микролабика, и тогда у вас там нет мин больше. Все, убегаем, милики. Убегай. Много хильте, хорошо, на нем луч. Бьем дальше. Ну, отойдите. Там уже провалились, все равно, а чего с ними? Там рога хлопнул. Фули тупые, блядь. Нихуя, что ты с ними не сделаешь. Он начнет кастовать обстрел, надо будет встать за ему за спину, чтобы вот эти пушки смотрели не на вас, в другую сторону. Вы были у него за спиной, иначе вас убьют. Можете сразу встать под босса, быстрее было перебежать. Сейчас будет красная метка, из нее надо будет выбежать на джесте, джест Арт Вейдер. Смотрите внимательно, где... Сейчас надо забежать за спину.
звездочку все. И фокус хиро. Да я бегу. Сейчас появится вертолет, все РДД сразу начинаете выиграть. Появился вам наверху, играйте. Да сука! Я опять лаг. Это третьей фазе. Будет сейчас все три части босса, которые вы убили, соберутся в одну. У них будет 3 хп. Надо залить все три части одновременно. Да, босс. Эти равномерно. Мелики по нижней играете, РДТ по средней играете. Меликов у нас много, поэтому... Кто понимает, как выбрать центральную верхнюю часть, мелики их тоже могут бить, просто их надо выбрать. Играйте по ним. Не умрите, пожалуйста, никто сейчас. Да. Кнопку набивай Грон на нижней части. Сейчас Геру дам. Надо будет отбежать только от обстрела. Звездочка на мне. Тесте так, чтобы равномерно сносить. Больше по низу. Красная метка, выбежали Фога, Повороте и Люцифер. Так, сейчас будет обстрел. Наверное, не будет, мы убьем раньше. Да неужто никто не сдох? Изи. Так, два защитника руки. Сейчас все системы в норме. Конец связи. Плечо. Будущие посланники, Титан. Значит, на следующем боссе будем делать обожаю запах саранита по утрам, сейчас линкану. Так. Не активимся. Суть ачивы в том, чтобы убить моба, который появляется только в том случае, если вы за весь бой не убьете ни одно облачко, которое появляется вокруг босса. У этих облачек очень мало хп, тут около 20 тысяч. Поэтому вы не должны бить ауя урон. Это значит, что фурики не бьют вихрем, снимают шиемы, ДК не юзают мор, маги не юзают огненную бомбу, всякое такое, ретрики будут. И точечно бьют босса. Его вообще, РДД вообще могут стоять, просто жить, бить его жезлом, потому что его там все равно ждать. Что-то 3 минуты или что-то типа того. Пока появится достаточное количество этих облачек. И мелики снесут ему хп и так. Вот. Еще босс будет кидать черные копья. От них надо отбегать. Он кидает его в вас, надо просто отбежать метров на 20 от того места, где вы стояли, и оно в вас не попадет. Если в начале это не критично, они там слабо вас бьют,
когда выйдет вот этот моб, соплочек, на вас будут стаки дебафа копиться, и урон от копий будет очень сильный. Он может вас ваншотить. Вообще босса надо до 20% довести, потому что маны и хилов не хватит, потом еще хилит фул хп босс, если че. Да, тут милики доведут, тут много миликов. АДК вообще не должен бить босса, если чё. Даже с мором, без мора. Есть талант такой. Mm-hmm. Я не знал. Вообще можно бить ударом, блядь, если чё. Так, сейчас хилите хорошо Белина. Белин, прыгай вниз. Те хилят Белина сейчас. Бля, я ещё не подбежал. Точно, прям фигачьте в него. Волну, волны, ПКД. И канор. Канор тоже спрыгнул. Тоже будет похилен. Да, еще здесь будет метка кидаться на одного человека. С этой меткой надо отбежать подальше от других игроков. Иначе она будет захиливать босса. Метка такая... Она красненькая там. Как чума на прус. Вот, да, красненькая морда там такая нарисована. И просто выбегаете подальше. Да, это, кстати, все касается только 10 человек, которые будут стоять на рейнже, все остальные будут стоять под боссом. Вот 10 человек на рейнже, в них летят копии, и на них кидается метка. И они, соответственно, должны отбегать. Я сейчас смотрю, кого поставить. Реляция, Джест, Альпич, отлично. Пейдер. Слушай, yes. А слышал, что танка хилит? Если я тоже... Нет, я, наверное, в Энхе останусь. Но у нас 5 хилов, он в 5-й пати. А чем вы поспрыгивали? Вот повороте вот этот ориган, вы сейчас нахуй подохнете, пиздец. От трэша. Так, фокус. Что еще там у нас? На оранже будет стоять. Там Ахпламончик и Лемом зайдет. Ну и я давайте на оранже хилят на буду. Буду хилить тех, кто на оранже там их метка косит. Была мотивация сделать ачивку, будем вайпаться до тех пор, пока ее не сделаем. Так что не бейте массой. Напишу, может кто-то наверняка. Чем снимать ШМ? Потому что люди не смогут обменять макросы. Люди, которые смогут обменять макросы, например. 10 гей в десятке не смогли. Там Виталий Кун говорил, что он будет отменять, и ничего не отменял. Далеко, но что он не умеет. Точно так же, как знаешь, там вайпались в комнатах, просто ПКД люди падали, там что-то контролились, тоже в десятке. И Талик он говорит, да, я зайду, да, я зайду, да, я зайду. И потом тоже 2-3 подряд, он точно так же, как и все эти люди контролился. Тоже было очень весело. Почему контролиться в комнате? Там есть бабы, прок священного щита. А отойдите шкаф. На нем хризи. Здесь Дживс, можете подчиниться, закупиться. Тоби. А шкаф. Надо подождать.
смотрите, а да, мне же у рестора. Третья и четвертая пати стоят на рейнже. Вряд ли можно будет магом взлететь, у нас два приставки. Значит, третья стоит по мне. Звездочки. А, она стояла звездочка, вот. Четвертая стоит в Альпиче. Уже. Остальные все стоят под боссом. Прямо в кружочке. Вы когда босса выделяете, снизу красный кружок. Вот в нем прям стоите. Сейчас я отопьюсь. Чекаю пока. Еще раз напишу, но... Ты. Классный. Я не удивлен, в общем-то. Давайте все направо. Глядите, сейчас полетит копье. Копье летит в центр куда-то, лисенье. Все под босса, кому... Кто не в третьей, четвертой пати, все под босса. Отбежали звездочки. У нас три группы почему-то. О, давайте, звездочка, отбегаем. Пары в Мелизоне. А вот пары в Мелизоне. Пока, сейчас умрет. Кто там с вами? Выбегай, микролабик, микролабик из рейда. Микролабик из рейда. Микролабик из рейда. Быстро соображаешь. В Мелизоне пары убили, все падаем. А ну это пизда, это сейчас будет долго пиздец. Зачем это? Можно вопрос? Если вы делаете ачивку, зачем Эллин бьет цепной молнией? Фибрилляция, зачем ты бьешь цепной молнией? Тебе прикольно бить цепной молнией? Yeah. Тут, пацаны, я в рейде, вы все спаритесь, кто бьет на сухо, и меня... Реакция 0.4-0.7, бля, я все вижу, всю эту парашу. Зачем вы это делаете? Чтоб мы сейчас тут сидели по 40 минут? Вам же сказал, РЛ, не бить! Какого хуя пальпации ты хуяришь? Сейчас давайте, так скажем, ГП будем за это кидать. И не агрите, пожалуйста, босса раньше времени. Вообще не выбирайте его в цель, если вы не можете там не прожать кнопку случайно. Даже я доты не вешаю на ДК, просто себе бью удары и плетья, а вы все... Ну, Дима, блядь, кому ты, блядь, объясняешь? Это, блядь, просто бесполезно, без толку нахуй. Вы открыть вам тайну. Босса все равно надо бить 3 минуты. За 3 минуты вы можете одним спеллом точечным его доковырять до 20% с гэсом этим рейдом. Блядь, Дима, им похуй.